Сегодня отмечается Старый Новый год. В этот день принято калядовать и гадать. Считается, что сегодняшние предсказания самые верные. Свое будущее решили узнать и сотрудники этнокультурного центра. Праздник работники ЭКЦ устроили сами для себя. Водили хороводы в народных костюмах, пели и гадали на пирожках. Каждый имел свою начинку. Например, если кому-то внутри попадалась соль, это означало, что человек гостеприимный и в его доме всегда полный стол угощений. А вот если внутри пирожка колечко, жди своей свадьбы. Обязательно в эти предсказания очень верили крестьяне и как-то придерживались, старались. Это Новый год для меня самый настоящий Новый год, конечно же. Потому что и настроение такое приподнятое весь день. Нужно обязательно его встречать весело. Празднование Старого Нового года считается самым щедрым днем. Накрывался богатый стол, каждый дом засевали зерном, тем самым желая богатой жизни хозяевам. Также проводили гадания, калядования и устраивали гуляния.